Всем привет на канале Hard Info, и сегодня мы будем с вами обозревать наушники JBL Vape 100 TVS. JBL Vape 100 TVS доступны беспроводные наушники с хорошим качеством звука, особенно в низких частотах, что делает их подходящими для любителей баса. Дизайн минималистически удобный. На видео наушники в черном окрасе. Но отсутствие сменных насадок на самих наушниках может быть проблемой для некоторых пользователей. Время автономной работы составляет около 5 часов, с зарядным кейсом до 20 часов. Что соответствует стандартам для этой ценовой категории. Сенсорное управление удобно, но иногда может быть неточным. Как вы можете заметить, там, где логотип JBL, есть кнопки. Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное соединение, хотя поддержки многоточного соединения нет. В целом, это хороший выбор для тех, кто ищет недорогие наушники с качественным звуком и базовыми функциями. Для зарядки наушников JBL Vape 100 TVS достаточно поместить их в зарядный кейс. Кейс автоматически начнет заряжать наушники через встроенные контакты, как вы можете заметить. Сам кейс заряжается с помощью кабеля USB-C на обратной стороне, который подключается к соответствующему порту на корпусе. Подключение на другой конец кабеля к любому USB порту, например, на компьютер или сетевом адаптере. В целом, это хороший выбор для тех, кто ищет недорогие наушники с качественным звуком и базовыми функциями. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш YouTube канал, ставьте лайки